One, two. Раз. Ага. Еха. Стартуем. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Господь царствует. Аллилуйя. Независимо от того, что происходит, Господь все равно царствует. Он все равно на престоле и завершил свою работу. Аллилуйя. И Он находится и ожидает, когда церковь возьмет на себя власть наконец-то, ту, которую что Он им отдал. Отдал церкви. Он все отдал церкви. И Бог ожидает, чтобы церковь взяла эту власть и начала ее употреблять. Смотрите, что Иаков пишет ученикам Иисуса Христа. Ситуация была примерно такова. Они уверовали в Господа, а их начали гнать за это. Они думали, что ну, если они уже Богу поклоняются, то их перестанут гнать, перестанут притеснять, у них не будет никаких проблем, и все будет хорошо. Но смотрите, что Иаков пишет. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, он говорит, что нужно делать? Радоваться. А, да, я. Я, окей. Аллилуйя. Итак, Николай, мы будем вдвоем проповедовать. Итак, ситуация примерно следующая была, когда Иаков пишет свое послание о том, что они находились, они уверовали в Господа, но было гонение. Переводи. Первое. Jakobus erzählt über Jungen. Es war so, die haben. Was? Ja, gut. Das liegt nicht. Nicht tot. Ja? Nicht tot. Этот меньше сделает, другой громче. Ja? Eins, zwei. Ja, jetzt geht. Jakobus. Сначала. Окей, сначала хорошо. Бывает. Слава Богу. Аллилуйя. God за эры. Радуйтесь. Апостол Яков говорит о том, что мы должны радоваться. Якобус. А? Что? А, через 3 минуты мы начинаем? Окей. Зато мы хорошо отрепетировали.
Два, раз, раз, один, два. Ich war doch überrascht. Ich wusste doch gar nicht, dass er spricht. Ja, kannst du es mir übersetzen? Он вообще не знал, что ты что-то будешь говорить. Слава Богу! Ehre zu unserer Gott!
Если вы уже подключились к нашему эфиру, значит, вы в правильном месте. Wenn ihr schon online seid, dann sind ihr in richtigen Ort. И если вы это сделали, то помогите другим это сделать. Поделитесь этой ссылкой. Und wenn ihr das schon geschafft habt, dann таким образом, многие люди смогут это увидеть. Dann können mehrere Leute das sehen. Еще раз, слава Богу. Nochmal Ehre zu unserer Gott. И мы приходим на это место, чтобы порадоваться с нашим Богом. Und wir kommen zu diesem Ort, damit wir mit unserer, damit wir kommen an diesen Ort, damit wir mit Gott ein bisschen glücklicher sein können. Бог говорит о том, что нам нужно всегда радоваться. Und Gott sagt uns, dass wir immer glücklich sein müssen. Независимо от обстоятельств. Egal, was für Umstände haben wir. Мы должны, и когда мы молимся молитвой «Отче наш», Und wenn wir mit Vater unser Gebet beten, то там говорится о том, что должно происходить все на земле так, как на небесах. Und in diesem Gebet steht, dass alles auf dieser Erde so wie im Himmel passieren soll. А на небесах нету слез. Und im Himmel gibt keine Tränen. Нету болезни. Gibt keine Krankheit. И там всегда радость. Und da sind alle и прославление Бога. Und alle loben unseren Herrn. Halleluja. Halleluja. И вот смотрите, что говорит Иаков в первой главе. Und schaut, was Jakobus in 1. Kapitel sagt. История примерно такова. Geschichte ist ungefähr so. Люди уверовали в Иисуса Христа. Leute haben an Jesus Christus geglaubt. И начали терпеть гонения. Und da haben die deswegen Probleme bekommen. И они на это не рассчитывали. Und die haben das nicht erwartet. Они рассчитывали, что с этого дня у них все будет хорошо. Erwartet, dem Tag, Но они встретились с определенными трудностями. Dann haben die irgendwelche Probleme gefunden. И вот что пишет им Иаков. Und dann schreibt Jakob, Jakobus. Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, 12 коленам, находящимся в рассеянии, радоваться. Jakobus, der Gott und unserem Herrn Jesus Christus dient, grüßt mit diesem Brief das Volk Gottes, das über die ganze Welt zertreut in der Fremde lebt. То есть у них гонение, а Иаков им говорит, радуйтесь в этих гонениях. Und, auf Russisch steht da, dass Jakobus sagt, dass die sich freuen sollen und obwohl diese Umstände sollen die sich trotzdem freuen. И он говорит дальше, с великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Und weiter steht, betrachtet es als besonderen Grund zur Freude, wenn euer Glaube immer wieder hart auf die Probe gestellt wird. Зная, что это произведет определенное хорошее действие. Und wusste, dass was Gutes passieren wird. И дальше в пятом стихе он говорит так. Если у кого не достает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков. Und weiter steht es, wenn es jemanden von euch an Weisheit mangelt, zu entscheiden, was in einer bestimmten Angelegenheit zu tun ist, soll Gott darum bitten. И Иаков не уходит здесь от темы радости, он ее продолжает. Und Jakobus geht nicht von Thema Freude hier weg. Он говорит, что если у нас не хватает мудрости радоваться, Und sagt, wenn wir nicht genug Weisheit haben, то мы должны взглянуть на небеса, dann müssen wir auf Himmel schauen, взглянуть на Бога, dann müssen wir auf Gott schauen, посмотреть на то, что Он сделал в нашей жизни. Und das sehen, was in unserer Leben И у нас всегда hat, будет повод радоваться. Dann werden wir immer Grund Потому говорит, радуйтесь, в каких бы испытаниях вы не были. Deswegen sagt ihr sollt euch freuen, egal was für was in eurem Leben passiert. Потому давайте сейчас вместе вот с музыкантами, с группой будем радоваться и наслаждаться пред нашим Господом. Deswegen lass uns jetzt mit unserer Lobpreisgruppe vor unserem Herr uns richtig freuen. Amen. Amen. Слава нашему Богу. Ehre zu unserem Gott. Я хотела бы начать наше прославление с Псалма 106. Ich würde gerne einen Psalm erstmal vorlesen. Благодарите Господа за Его доброту. Seid zu unserem Herr dankbar für seine Gnade. Любовь Его беспредельна. Seine Liebe ist grenzenlos. Пусть это скажут все, кого Он спас от рук врагов. Und alle sollen das sagen, die gerettet sind. Кого собрал Он вместе изо всех земель.
und alle, die, welche von alle von ganzer Welt gesammelt sind. С юга и севера, запада и востока. Von Norden, Westen und von ganzer Welt. В пустыне часть людей бродила, искала место для жилья, но в город, где могли бы поселиться, они путей не находили. Viele Menschen sind durch Wüsten gegangen und könnten nicht ihr Haus finden, wo die wohnen können. Жажду и голод они терпели. Жизнь покидала их. Die hatten Durst und Leben hat ihn manchmal verlassen. Тогда они воззвали к Богу. Dann haben die zu Gott geschrien. Он снова спас их от беды. Und hat diese Leute nochmal gerettet. Он указал дорогу в город, где можно было бы поселиться. Hat richtigen Weg zu Stadt gezeigt, wo die wohnen können. Благодарите Господа за его любовь, за все, что он сделал для человека. Sei für seine Liebe dankbar für alles, was für Menschen getan hat. Давайте будем благодарить нашего Бога за его любовь, за его доброту к нам. Lass uns Gott dankbar sein für seine Liebe, für seine, dass zu uns so gut ist. Давайте отбросим действительно все наши проблемы и сосредоточимся на нем, на всем, что он для нас сделал. Lass uns alle unsere Probleme einfach loslassen und auf uns auf ihn konzentrieren, was für uns getan hat. Славьте Господа, ибо он благ. Ehre zu unserem Herr, weil heilig ist. Да, ибо вовек милость его. Und seine Gnade ist für immer. Давайте воздадим ему громкую славу. Lass uns ihn laut ehren. Слава тебе, Господь, слава. Благословлю тебя на земле, что богата всем, где течет молоко и мед. Благословлю тебя. Благословлю тебя и в пустыне, в которой я, находясь и долиной зла, благословлю тебя. Каждый день ты даришь милость, хранишь меня. Ведь любовь твоя и сила ведут меня. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя. Благословлю тебя, мой Господь, воспою благое имя твое. Благословлю тебя на земле, что богата всем, где течет молоко и мед. Благословлю тебя. Благословлю тебя и в пустыне, в которой я, проходя и долиной зла, благословлю тебя. Каждый день ты даришь милость, хранишь меня. Ведь любовь твоя и сила ведут меня. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя, благословлю, благословлю тебя, мой Господь, воспою благое имя твое. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя, благословлю, благословлю тебя, мой Господь, воспою благое имя твое. Господь, ты можешь дать и можешь все отнять, но сердцем выбрал я тебя благословить.
но сердцем выбрал я тебя благословлять. Господь, ты можешь дать и можешь все отнять, но сердцем выбрал я тебя благословлять. Давайте еще раз поем. Господь, ты можешь дать и можешь все отнять, но сердцем выбрал я тебя благословлять. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя. Благословлю тебя, мой Господь, воспою благое имя Твое. Благословлю тебя, мой Господь, благословлю тебя, благословлю. Благословлю тебя, мой Господь, воспою благое имя Твое. Я воспою благое имя Твое. Я воспою благое имя Твое. Благословлю тебя. Господь, мы благословляем Тебя, мы прославляем Тебя, Господь. Мы славим Тебя за все, что делаешь для нас в нашей жизни, Господь. Мы благословляем Тебя за то, что Ты такой великий, за то, что Ты создал этот мир, Господь. За то, что мы можем смотреть на эту природу и видеть в ней Твое отражение, Боже. Спасибо Тебе за Твою безграничную милость, Боже, за Твою благость. Боже, спасибо за то, что Ты нас возлюбил не потому, что мы какие-то хорошие, Господь, или много дел хороших сделали. Danke, dass du uns geliebt hast, nicht weil wir so gut sind. Ты нас просто возлюбил, потому что мы Твои дети. Du hast uns geliebt und du liebst uns, weil wir nur Deine Kinder sind. Ты первый сделал шаг, Господь. Du hast als Erster diesen Schritt zu uns gemacht. Спасибо Тебе за то, что мы можем быть такими близкими. Danke, dass wir zu dir so nah sein können. Спасибо Тебе за Твое присутствие здесь, Господь. Danke für deine Gegenwart. За Твою церковь. Für deine Gemeinde. Боже, я благодарю Тебя. Und ich danke dir, Herr. Мы преклоняемся перед Тобой. Wir beugen uns vor dir und wir ehren dich, Herr. О, благодать, спасен тобой, потерян был, но ты позвал домой, открыл глаза, вновь вижу я, и сердце все лишь для тебя. Твоя слава здесь, мой Бог, Твоя сила здесь, мой Бог, Твое царство здесь, мой Бог, вовеки, вовеки. Спасен тобой, потерян был, но ты позвал домой, открыл глаза, вновь вижу я, и сердце все лишь для тебя. Твоя слава здесь, мой Бог. Твоя
твоя сила, здесь мой Бог. Твое царство, здесь мой Бог. Вовеки, вовеки, твоя слава, здесь мой Бог. Твоя сила, здесь мой Бог. Твое царство, здесь мой Бог. Вовеки, вовеки. Боже, слава Тебе за то, что Твоя слава, Твоя сила и Твое царство, оно внутри нас, Господь. Спасибо за Твою смерть на кресте и воскресение. Боже, спасибо Тебе за то, что Ты нам дал свою силу, Господь. Боже, это так приятно быть частью Твоего царства, Боже. Боже, Твое царство, Твоя сила здесь есть, на земле, в Твоей церкви, в Твоих детях, Господь. И мы благодарим Тебя за это. Боже, пускай Твой Дух наполняет сейчас каждого. Боже, будь так близко, как никогда. Дай, чтобы каждый внутри себя почувствовал Твою славу и Твою силу, Господь. Боже, вдохнови нас, наполни нас собой, Господь. Мы жаждем Тебя, Иисус. Скажи ему о своей любви. Тебя. Скажи ему громко. Тебя я люблю, мой Бог, тебя я люблю, мой Бог, тебя я люблю, мой Бог. Твоя слава, Господь, Твоя. Слава. Твоя слава, здесь мой Бог. Твоя сила, здесь мой Бог. Твое царство, здесь.
весь мой Бог. И так будет вовеки. 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 Мы вовеки дети Божьи. Твоя слава здесь, мой Бог. Твоя сила здесь, мой Бог. Твое царство здесь, мой Бог. Вовеки, вовеки. Будь вовеки прославлен, Господь, за твою, за твою силу, за твое царство здесь на земле, за то, что мы твои дети и можем находиться в самом центре твоего царства, там, где мы находимся. В любом месте вся земля твоя, Господня земля и все, что наполняет ее, Господь. Славен, славен ты и велик вовеки, Господь. Слава твоя и царство твое здесь вовеки, вовеки. Пускай Бог нам дает радость, наполняет наши сердца. Мы Его дети. Давайте воздадим Ему громкую-громкую славу. Аплодисменты Богу. Громче, громче, громче. Он достоин. Аллилуйя. Слава Богу. Аллилуйя. Tell enough. Okay. Guten Abend. Добрый вечер. Добрый вечер. Добрый добрый вечер. Ага. Okay. Das sieht man nicht, ne? Das sieht man nicht. Ich muss neben dem Computer stehen. Ach, du bist noch. Halleluja! So, wir haben heute eine Überraschung. Wir haben nämlich heute eine Doppelpredigt, eine Predigerin. Pastorella. Pastorella. Ja, Jana Pastorella. Wo ist Jana? Pastorella. Okay. ja, Ina hatte heute Nacht einen Traum. Ina сегодня видела сон. Das sagt euch später was dazu. Она расскажет вам позже. Aber daraus ist es entstanden. И, ну, из этого сна, ну, и все произошло. So, wir machen das miteinander und Ina fängt an. Мы будем это делать вместе, но Ина начнет. Ja, okay. Seid ihr dabei? Wo ist das? Okay. Also, mir hat's keine Ruhe gelassen, deshalb stehe ich jetzt da. Итак, этот сон, он не дал мне покоя, поэтому я здесь перед вами. Mal zu der Überschrift zur Predigt, dass ihr wisst, wo wir hingehen. И тема, чтобы вы знали, в каком направлении мы будем двигаться. Es geht um Kommunikation. Речь пойдет о коммуникации. Um Einheit. О единстве. Um Sieg. О благословении, о победе. Oder Niederlage. Или поражении. Aber ich glaube, wir sind für Sieg. Ну, я думаю, что мы все за победу. Okay. Gottes Liebe ist so groß. Божья любовь настолько большая, dass er uns geschaffen hat nach seinem Bild. Что он создал нас по его образу. Sag mal deinem Nachbarn, du bist nach Gottes Bild geschaffen. Скажи своему соседу, ты создан по образу Божьему. Amen. Ja, das ist richtig. Ich weiß es. Aber glaubst du, was ich gesagt habe? Okay. Liebt dich. Он любит тебя. So sehr,
dass er dich nach seinem Bild gemacht hat. Так сильно любит тебя, что он создал тебя по своему образу. Eigentlich ist es unglaublich. На самом деле это удивительно. So ein großer Gott und hat keine Marionetten gemacht. Такой великий большой Бог, но он не создал марионеток. Er hat Kinder gemacht nach seinem Bild. Он детей сделал по своему образу. Und was macht das eigentlich mit meinem Leben? И что, ну, происходит с моей жизнью из-за этого знания, из-за того, что я знаю об этом? Er hat eine ganz bestimmte Vorstellung, eine Berufung und einen Plan für dein Leben. Бог, у него есть определенное представление, призвание и план для твоей жизни. Also er lässt uns nicht einfach planlos. Он не оставляет нас просто вот так, ну, как получится, так получится. Vielen von uns hat er dieses neue Leben in ihm geschenkt. И многим из нас Бог подарил эту новую жизнь. Und wir durften es schon durch seinen Geist erkennen. И мы можем это через его дух познавать. Er hat uns zuerst geliebt und hat uns schon Verheißungen gegeben. Он вначале возлюбил нас и потом дал нам обетование. Aber das muss sichtbar sein. Но это должно проявляться. Должно und, быть видимо. Und Auswirkungen haben. И должно производить свое действие. Okay, was ist grün? Okay, da weiß ich gerade nicht, was ich sage. Wir werden nicht an unserer Berufung und Begabung erkannt, sondern an der Frucht und Liebe untereinander. Нас будут узнавать не по нашему призванию, но по любви друг к другу и по нашим плодам. In Johannes 15, Vers 16 steht, в Иоанна 15, в 16 стихе, kannst du? Ich kann zuerst, dann kannst du. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ich habe euch dazu bestimmt, zu gehen und Frucht zu tragen. Frucht, die Bestand hat. Не вы меня избрали, а я избрал вас и поставил вас, чтобы вы шли и приносили плод, и чтобы плод ваш пребывал. Und das ist ja einfach, dass man sagt, okay, Gott hat uns bestimmt, dass wir dauerhafte Frucht haben. Da können wir sagen, wow, das ist cool. И, ну, на самом деле это просто, да, мы можем сказать, о, ну это круто, Бог избрал нас, Он поставил нас, чтобы мы плод приносили. Aber das ist nur der erste Teil von dem Vers. Но это только часть из того, что там написано. Der zweite Teil ist, und wenn ihr den Vater um etwas bittet, dann wird er euch geben, was immer es auch sei. Но вторая часть говорит, чтобы, дабы чего не попросите от Отца во имя Мое, Он дал вам. Also hängt es ja zusammen mit, dass Gott Gebete erhört, hängt auch mit unserer Frucht zusammen, unsere Frucht hängt mit unseren Entscheidungen zusammen. И это все вместе, все взаимозависимо. То есть то, что мы, ответы на молитвы зависят от плода, плод зависит от наших решений. Das ist Nikolai. He's Gruta. And okay, das heißt, nur die Veranlagung von Frucht, also nur, dass ich Frucht haben kann, bringt noch keine Frucht. Ну, это означает, что то, что я могу иметь плод, это еще не значит, что плод уже есть. Im Blumenladen kann man Saatkorn kaufen. So im Gartencenter, im Baumarkt kann man Saatkörner kaufen in einer Tüte. Ach so, okay. Мы, ну, в цветочном магазине мы можем в хозяйственном магазине купить семена для того, чтобы посадить что-то. Die haben das volle Potenzial für eine Frucht drin. Там внутри уже есть потенциал для того, чтобы плод произошел. Aber wenn sie nicht eingepflanzt werden, но если их не посадить, dann wachsen die nicht. Тогда не вырастет ничего. Dann hängen die im Baumarkt. Они просто висят в пакетике там в хозяйстве. 10 Jahre und da wächst gar nichts. Они могут 10 лет там висеть и не вырастет ничего. So Gott hat was Geniales in uns hineingelegt.
Бог что-то гениальное вложил в нас, этот потенциал. Aber dass es Frucht bringt, dazu braucht es Entscheidungen. Но для того, чтобы что-то выросло, нужны правильные решения. Und wenn die Entscheidungen kommen, kommt auch die Frucht. Когда решения будут приняты, тогда будет плод. Du kannst auch sagen Segen. 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 Kommt Segen. Ja, weil Frucht ist auch Segen. Segen ist auch Frucht. Но плод это благословение, то есть, ну, благословение. Благословение. Yes. Yeah. Und dann heißt, hey, wenn ihr Gott um was bittet, dann wird es auch euch geben, weil wir dann in diesen Kreislauf drin sind. Und там написано, что если мы в этом, ну, в этом процессе, то если мы приносим плод, мы будем молиться и мы получим то, о чем мы просим. Okay. Psalm 133 steht. Psalm 132. Wenn ihr, ich sag mal kurz, was da ist, wenn ihr in Einheit zusammen seid, ich mache nicht den ganzen Vers. So, okay. Erste Vers, ja, erste zwei und drei. Ist, wenn ihr in Einheit zusammen seid, там идет речь о том, что если мы в единстве, dann hat Gott seinen Segen dorthin befohlen. Тогда Божье благословение, оно есть просто приказ от Бога на благословение. Das ist auch, hängt auch wieder mit Entscheidungen zusammen. И это опять зависит от решения. Und dieses Wort befohlen heißt im Hebräischen, das ist ein militärischer Begriff. И это слово приказал, повелел, оно в греческом означает вот военный приказ. Es ist ein Befehl Gottes, dass Segen fließt, wo Einheit ist. Это приказ от Бога, чтобы благословение приходило туда, где есть единство. Echte Einheit ist nicht zerstörbar. Настоящее единство не может быть разрушено. Deshalb war, wie der Turmbau zu Babel war, wie die in Babel den Turm gebaut haben. Поэтому, когда они в Вавилоне башню строили, die waren in Einheit. Они были в единстве. So, Gott hat beschlossen, Einheit ist nicht zerstörbar. И Бог решил, что единство, оно неразрушимо. Und es steht in der Bibel, selbst Gott konnte sie nicht stoppen. И в Библии написано, что Бог сам не может единство остановить. Er muss den Trick anwenden. Поэтому ему пришлось прибегнуть к фокусу. Ja, er musste die Sprache verändern. Он изменил языки. Durch veränderte Sprache waren Missverständnisse. И из-за того, что они перестали себя друг друга понимать, они, ну, просто не могли понять. Durch Missverständnisse war die Sprache, war die Einheit zerstört. И через это, ну, через это непонимание было разрушено единство. Und dann hat der Plan nicht funktioniert. И тогда их план просто не сработал. Okay. So, und das ist aber auch eine Geschichte, die der Teufel weiß. Но также дьявол знает эту историю. Wenn er unsere Einheit zerstört, dann kann er uns zerstören. Oder schädigen. Когда он наше единство нарушит, он может нам навредить. Wenn wir in Einheit sind, sind wir unangreifbar. Поэтому если мы в единстве, тогда мы недоступны для него, он не может на нас повлиять. Okay, und deswegen ist es so wichtig, dass wir eine gute Kommunikation haben und gute Entscheidungen treffen. Поэтому для нас очень важно, чтобы у нас была эта коммуникация и правильные решения. Damit diese Einheit stattfinden kann und der Segen fließen kann. При помощи этого, при помощи правильных решений и коммуникации мы сможем достичь единства, и тогда будет благословение. Okay. Und darüber sagt Ina jetzt wieder was. И теперь Ина снова. Okay, Kommunikation ist gut. Коммуникация, это хорошо. Jedenfalls hat sich Gott was Gutes mit Kommunikation gedacht. Mach mal ein Kompliment deinem Nachbarn. И ты можешь сделать комплимент своему соседу сейчас. Ich finde dich großartig. Danke, Ina. Und ich finde, dass du machst alles mit deiner Familie, mit Gerhard. Das ist echt cool. Ne? Du bist ein echt. Ja, wirklich. Okay, tut es nicht gut? Oh, die Katja hat keinen Nachbarn gehabt. У Кати нет соседа. Wer gibt der Katja schnell ein Kompliment? Кто сделает быстро комплимент? Ah, идет правильный человек. Мама geht schon. Пауль kommt, du siehst ihn nicht, der kommt von dieser. Super.
Ja, es tut einfach gut. Kommunikation, gute Kommunikation tut gut. И хорошая коммуникация, хорошее общение, оно приносит добрый плод. Aber это хорошо всегда. Im Gegensatz dazu kann es auch alles kaputt machen und zerstören. Но с другой стороны можно все при отсутствии коммуникации можно все разрушить и испортить. Manchmal ist es eigentlich nur ein falsches Verstehen von dem Gegenüber. И часто достаточно всего маленького, ну, одного маленького недопонимания или неправильного понимания с другой стороны, и все разрушено. Vielleicht auch meine eigenen Auslegungen. Das, was ich mir dabei denke. Иногда достаточно просто того, что я там себе подумал. Was ich lange nicht gewusst habe, wenn ich irgendwas, einen Text schreibe an jemand anderen über WhatsApp zum Beispiel, dass ich ein Smiley dahinter machen muss. Например, я очень долго не знала, что когда я кому-то сообщение пишу, WhatsApp или что-то такое, что мне надо там в конце смайлик ставить. Weil sonst wird es falsch verstanden. Потому что если смайлика нет, человек неправильно поймет. Настроение понять не невозможно. Das ist Kommunikation. И это и есть коммуникация. Aber jeder möchte ja richtig verstanden werden. Но каждый из нас хочет, чтобы его правильно поняли. Was wäre, wenn zum Beispiel Nikolai und ich ein Problem haben? Ну, например, что произойдет, если Николай и я, у нас есть общая проблема? Also wir beide haben ein Problem und haben, also wir beide sind eine Brücke, stellt euch mal das vor, machen wir eine Brücke, okay? Und jetzt haben wir ein Problem. И, ну, у нас вот мост, да, но у нас большая проблема. Da geht jetzt keine Kommunikation rüber und über. Если мост разведет, то перейти не может никто. То есть коммуникации нет. Was muss ich machen, damit ich wieder kommunizieren kann? Что я должна сделать, чтобы снова коммуникацию восстановить? Ich muss mich auf den Ausgangspunkt runterlassen. Я должна вернуться к этому начальному пункту, спуститься вниз. Und Николай genauso. И Николай тоже. Und erst dann können wir kommunizieren. Только тогда мы сможем снова иметь это общение. Und uns wieder verstehen. И друг друга снова понимать. Das nennt man auch holländische Brücke. И это называется голландский мост. Wenn nur einer runtergeht und versucht, wird keine Kommunikation stattfinden. И если только один опускается вниз, а второй нет, то тогда не получится коммуникация. Вы можете на картинке видеть, так и писать билд. In der Church haben wir so ein Prinzip. У нас в церкви есть один принцип. Ich unterstelle dir nichts Böses. Я не думаю о тебе что-то плохое. Es sei denn, du sagst es mir. Если что-то есть, ты должен мне об этом сказать. Also, wenn jetzt gerade Natascha, wir zusammen sind und du schaust mich so an, dann sage ich, okay, ich unterstelle dir nichts, sondern ich gehe auf dich zu, weil du hast mir bis jetzt nichts gesagt. Если, например, Наташа смотрит на меня сейчас вот так, и я не думаю себе, о, она что-то имеет против меня, я иду просто к ней и говорю об этом, почему она на меня так смотрит, чтобы не накручивать себя. Und so kann ich lächelnd auf die Natascha zugehen und sagen, ist irgendwas passiert? Я могу просто прийти с улыбкой к Наташе и сказать, Наташа, что-то случилось, почему ты смотришь на меня? Die schaut so an, weil sie will Deutsch verstehen. Oh. Ich bete dann für dich. Она помолится за тебя потом. Okay, ich habe noch was mitgebracht. Я кое-что принесла с собой. Ah ja. Wenn man kommuniziert, hat man erstmal ein... И если, ну, если мы общаемся, если мы разговариваем друг с другом, тогда у нас есть... Vielleicht hat man es falsch verstanden. Может быть, человек это неправильно понял, я пауху не verstanden. Also, es ist ein Fragezeichen. Ach so. Ja? Это знак вопроса. Ein Fragezeichen. Ja?
Seht ihr Fragezeichen? Also wenn ich etwas zu dir sage und du verstehst es nicht, hast du vielleicht erstmal ein Fragezeichen. Okay, если я тебе что-то говорю и ты не понял, тогда у тебя есть знак вопроса. Damit kann man verschieden umgehen. И с этим вопросом можно по-разному поступить. Ich kann mit einem Fragezeichen zu dir gehen und eine Frage stellen. Я могу с этим знаком вопроса прийти к тебе и задать тебе вопрос. Hast du das wirklich so gemeint? Ты на самом деле вот так это имел в виду или как-то иначе? Ich glaube, ich habe dich falsch verstanden. Мне кажется, что я тебя неправильно поняла. Oder man kann das Fragezeichen in etwas verwandeln. Или мы можем этот знак вопроса превратить в что-то другое. Das Fragezeichen stecke ich jetzt in einen Ballon. Сейчас мы его засунем в воздушный шарик. Ich habe immer noch ein Fragezeichen, aber ist denn das richtig gewesen, was der Nikolai zu mir gesagt hat? У меня до сих пор есть вопрос, но правильно ли я поняла то, что Николай сказал? Oh, ich frage mal vielleicht am besten seine Frau, ob er das so gemeint hat. Ну, я, наверное, пойду и спрошу его жену, это он имел в виду или нет. Oh nein, ich könnte vielleicht noch mal jemand anders dazu fragen. Или, не, наверное, я спрошу кого-то еще. Oh nein, ich frage den Pastor noch mal. Ah, nee, da, пойду к пастору, он точно знает. Ich glaube, der hat es wirklich böse gemeint. И мне кажется, он очень злое что-то подумал. Ich habe ein Ausrufezeichen. У меня восклицательный знак теперь. Er hat es so gemeint. Он думал, он точно так это имел в виду. Warum hat er das gesagt? Почему он это сказал? Versteht ihr? Понимаете, о чем речь? Wenn ich mit dem Fragezeichen zu Nikolai gehe, если я со знаком, с моим вопросом иду к Николаю, dann bleibt's eine Frage. Тогда это остается просто вопрос. Wenn ich aber daraus einen großen Ballon mache, но если я из этого делаю воздушный шар, dann passiert in meinem Kopf ein Ausrufezeichen. Тогда в моей голове появляется восклицательный знак, утверждение. Und wenn ich zu Nikolai gehe, и если я тогда иду, einfach so, wenn ich ja, если я к Николаю иду, dann war es auf einmal gar nichts. И, но, а, если бы я вначале с вопросом пошла к Николаю, тогда бы ничего не произошло. Hallo! Ja, der ist auch wieder aufgewacht. Entschuldigung. Извини, пожалуйста. Alles gut. Okay. Also lass das nicht zum großen Ausrufezeichen werden. Давайте не будем из вопроса делать большой восклицательный знак. Und diese Auswirkungen, и эти последствия, die können ganz schlimm sein. Они могут на самом деле очень быть плохими. Dann entstehen Gerüchte. Потом появляются какие-то слухи, сплетни. Ich erzähle euch eine Geschichte von einem, der war ganz stark kriminell. Расскажу вам одну историю об одном человеке, который был очень криминальный. Ну, то есть war im Gefängnis für über 100 verschiedene Sachen. Он был в тюрьме за там больше 100 различных преступлений. Sein Spitzname ist der Bibelraucher. Bibelraucher. Bibelzigarettenraucher. Его кличка была куритель Библии, не знаю. Er hat nämlich eine Bibel bekommen und hat nichts zu rauchen gehabt und hat immer alle Seiten gedreht und hat die Bibel geraucht. Он в тюрьме, у него не было бумаги, и он из Библии использовал листы, чтобы самокрутки делать и курить. Bis er zum Markus Evangelium gekommen ist und dann hat er sich bekehrt. Пока он до Евангелия Марка от Марка не дошел и покаялся. Und der hat eine ganz neue Geschichte, also ganz neues Leben bekommen. И у него, появилась новая жизнь. Und ganz nebenbei, dann hat er gemerkt, dass man alle Schuld bekennen muss. И он понял, что ему нужно всю вину, ему нужно покаяться за все, что он сделал.
Und dann hat er gedacht, oh, das sind ja noch 120 Sachen, die, wo sie mich noch nicht erwischt haben. Und dann hat er gedacht, es gibt noch где-то приблизительно 120 преступлений, которые они вообще не раскрыли, они не знают о них. Dann hat er alles geschrieben. Он все это описал. Dem Richter. Судье. Hat gesagt, das war ich noch, das war ich noch, das war. Он написал, это сделал я и это я сделал и это. Ну, он перечислил все свои преступления. Und dann kam dann kam ein Schreiben zurück vom Staatsanwalt. И от прокурора пришло ему письмо обратно, ответ. Also Herr so und so, für das bekommen Sie 3 Jahre, für das 2 Jahre, für das 5 Jahre und es waren über 100 Jahre. Там было написано, ну, в этом письме, в этом ответе было написано, за это преступление у вас 3 года, за это преступление 2 года и весь список был там 100 лет. Und dann kam war ein zweiter Brief dabei. И был второй, ну, еще второе письмо было там, второй лист. Lieber Bruder, ich habe gesehen, dass du wirklich dein Leben verändert hast und ich glaube an deine Umkehr und du wird, dir wird alle Strafe erlassen. И в этом втором письме было написано: «Дорогой брат, я увидел, что ты на самом деле покаялся и изменил свою жизнь, поэтому тебе будут все эти преступления прощены». Halleluja, er kam aus dem Gefängnis frei. И он вышел из тюрьмы. Und hält sogar Seminare für die Polizei. И сейчас учит, проводит семинары для полиции. Halleluja. Halleluja. Aber dieser Bruder hat in Holland gepredigt. И этот брат, он проповедовал в Голландии. Und während er gepredigt hat, и во время его проповеди, wurde draußen von jemand aus von der Gemeinde eine Handtasche aus dem Auto gestohlen. Scheibe eingeschlagen, gestohlen. Во время проповеди на парковке чья-то машина из членов церкви было разбито стекло и вытащили сумку. So, er hat hier gepredigt. Он здесь проповедует. Da draußen wurde eine Handtasche gestohlen. А на улице кто-то украл сумку. Wisst ihr, was passiert ist? И что произошло? Eine aus dem Gottesdienst ist aufgestanden und hat gesagt, der war's. И один в церкви, в собрании кто-то встал и сказал, он был это. Er kann es ja gar nicht gewesen sein, weil er hat ja gerade gepredigt. Но он не мог, он проповедовал, он не мог украсть эту сумку. Und dann haben wir gesagt, ein Dieb ist immer ein Dieb. Но этот человек из зала сказал, вор, он всегда остается вором. Ja, er war's. Это он украл, это проповедник украл. Und dann sind die ganzen Leute aufgestanden, haben den Finger auf ihn gezeigt und haben gesagt, der war's. И потом все люди в церкви встали и начали на него показывать пальцем и говорить, это ты был. Weil schlechtes Reden sich ansteckt und ein Geschwür ist wie Krebs. Но вот потому что это, ну, когда ты говоришь о ком-то плохо, это как болезнь, как рак, она заражает. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, oh, Anatoli hat mir heute früh komisch guten Morgen gesagt. Если я, например, скажу, что Анатолий сегодня как-то странно мне доброе утро сказал. Das kann er gar nicht, er ist immer freundlich. Он вообще не может, конечно, это сделать. Он всегда с улыбкой и дружелюбный. Aber nur, stellen wir uns mal vor, да? Ну, просто мы вот представим себе, что Анатолий мне как-то не так сказал доброе утро. Und dann gehe ich zu Natalia und sage, er hat mir komisch guten Morgen gesagt. И я иду к Наталье и говорю, слушай, он как-то странно мне сегодня доброе утро. Und ich sage, ja, der ist in letzter Zeit so komisch. И она von последнее время странно как-то себя. Ира, was meinst du? Ира, что ты думаешь? Ja. Dann sagst du, ja, mit dem passt was nicht. И тогда ты говоришь, с ним что-то не так. Und schon ändert sich die ganze Einstellung gegenüber. И тогда что-то в голове происходит. Само, ну, вот это представление о человеке меняется. Und wenn wir, also wenn wir ganz crazy sind, machen wir ein T-Shirt. Anatoli ist unfreundlich. Если мы, ну, вообще сумасшедшие, тогда мы делаем футболку с надписью «Толик недружелюбный». Okay. Was bleibt, wenn man schlecht redet, ist die Unterstellung und die Verletzung. И что происходит, когда мы говорим о ком-то плохо? Происходит то, что мы раним человека, и мы опускаем его. Und ganz schlimm ist, wenn man kommuniziert und versucht, was zu klären, wenn man sich nicht sehen und hören kann. Wenn man kommuniziert und versucht, ein Missverständnis zu klären, wenn man sich nicht sehen und hören kann. Wenn man nur schreibt. Очень плохо еще, когда человек такие вещи пытается в письме или в сообщениях выяснить эти отношения, когда человек не видит другого и не слышит другого, а только пишет.
Und dann schreibe ich, Anatoli, du hast aber unfreundlich gegrüßt heute. И тогда я пишу, Анатолий, ты как-то недружелюбно меня поприветствовал сегодня. Dann schreibt er zurück, lass mich in Ruhe, ich muss arbeiten. А Толик пишет, отвечает, оставь меня в покое, мне надо работать. Oh, der schreibt auch noch unfreundlich. И я думаю, о, он еще и недружелюбно отвечает. Und dann sage ich, kannst du nicht mal freundlich schreiben? И я ему пишу, ты не можешь как-то дружелюбнее отвечать? Dann sagt er, ich habe wirklich keine Zeit. А он пишет коротко, у меня правда нет времени. Was lese ich? Что читаю я? Ich habe keine Zeit für dich. Я читаю, у меня нет времени для тебя. Okay. So, wenn ich aber hingehen würde und sage, Anatoli, alles klar, hast vorhin so komisch geschaut. Но если я приду к Толику и скажу, брат, ты все нормально? Ты как-то на меня странно посмотрел сегодня. Und er sagt, oh, sorry, ich bin mit dem Fuß in den Nagel getreten, es hat gerade wehgetan. Извини, я просто в этот момент наступил на гвоздь, проткнул ногу, мне было очень больно, поэтому я на тебя так посмотрел. Okay, war gar nichts. На самом деле не было проблемы вообще. Wir haben bei uns in der Church eigentlich eine Regel. У нас, ну, в церкви есть правило. Wir klären keine Konflikte oder Missverständnisse schriftlich mit Chat. Мы не выясняем отношения, какие-то недопонимания или конфликты в чате. Okay. Weil ich muss die Augen sehen und ich muss die Stimme hören. Потому что я должен видеть глаза и слышать голос. Zumindest die Stimme hören. Как минимум голос слышать. Wenn ich eine Nachricht schreibe, потому что когда я пишу сообщение, bei uns in der Küche wird öfters nachts das Fenster offen gelassen. У нас часто на кухне, ну, открыто окно ночью. Und es ist direkt an der Straße. И это на, ну, на улице, да, вот рядом. Und ich schreibe, Olenka, das Fenster war gestern Nacht offen. Если я пишу, Аленка, окно вчера вечером было открыто. Dann kann das von mir so gemeint sein wie, ach, passt das nächste Mal doch bitte darauf auf. И для меня это может быть так, ты должна просто в следующий раз быть внимательной, чтобы окно было закрыто. Aber sie meint, sie liest vielleicht, der meint wohl ich was. Но она может прочитать это сообщение так, о, он думает, наверное, что это я не закрыла окно. Aber wenn sie in die Küche kommt, но если она придет в кухню. Und ich sag, du, das Fenster war heute Nacht offen. Schau das nächste Mal, dass es zu ist. Но если она придет в кухню, я ей скажу, слушай, вчера ночью окно осталось открытым. Не могла бы ты смотреть, чтобы оно было в следующий раз закрыто? Okay. Schreiben führt zu Missverständnissen. Переписка, она приводит часто к вот этим вот недопониманиям. Und derjenige, der es liest, и тот, кто читает, der sagt, oh! И он начинает там отвечать, потому что, ну... Und der andere... И другой даже... Und dann wieder... И опять ответ там какой-то пишет. Das kennen wir vom Sandkasten. Это как в песочнице. Ja. Und dann wird's, dann schaukelt sich das hoch. Dann steigert sich das. И тогда это увеличивается, ну, нарастает с каждой стороны. Он бросает из своей песочницы в ответ, и оно становится больше, больше, больше. Es gibt ein Lied. Есть одна песня. Da liegt ein toter Mann auf der Straße. Там лежит мертвый человек на дороге. Der ist ermordet worden. Он был убит. Und die ganze Nachbarschaft kommt zusammen. И все соседи собрались. Da ist einer ermordet worden. Он был убит. Oh, das kann ja nur einer gewesen sein. Это мог быть только один человек. Der vom Haus Nummer 20. Это тот, который в 20-м доме живет. Der schaut immer so gefährlich aus. Он всегда так как-то опасно смотрит. Und dann reden die sich rein, ja, der ist böse. И они все там говорят о нем, о, да, он злой человек. Und jeder sagt, oh, der war es auf jeden Fall. И каждый там свои какие-то мнения говорит, да, это он был, ну, и все согласны уже с тем, что этот человек убил. Und dann gehen die ganzen zu dem Haus Nummer 20 und wollen ihn rausholen. И потом они все вместе идут к его дому, к этому дому номер 20, чтобы вытащить этого убийцу. Bis einer sagt, stopp mal, Leute. Пока один не говорит, подождите. Das ist der Mann von Haus Nummer 20. Этот мертвый человек, это тот человек из 20-го дома. Okay, Ina.
So, jetzt kommen wir zu meinem Traum. И сейчас мы подходим к сну, который я видела. Genau, in... Das, ja, kannst du halt abnehmen, ist egal. Also in meinem Traum habe ich was gesehen, das so ausschaut. Я видела в моем сне, я видела что-то, что выглядело вот так. Schaut ganz ähnlich aus, aber es war... И оно похоже, но... Это es, разные вещи. Es war ein Stein. Там хлеб, а там камень. Und der Stein, der war ein Bild für mich. И этот камень, это была одна картина для меня. Ihr kennt die Geschichte, wo Jesus gesagt hat, wer den ersten Stein wirft. Все знают эту историю, где блудница, где Иисус сказал, кто первый бросит камень. Kommunikation in dem Sinn, dass wir nachreden, böses Nachreden oder einfach übereinstimmen mit dem anderen oder auch uns Dinge anhören. Этот камень, это когда мы за спиной о ком-то говорим, когда мы что-то не поняли, но говорим уже плохо о других. Ist, als ob ich einen Stein werfe. Это то же самое, если я бросаю в этого человека камень. Das sind Worte. Это слова. Verletzungen. Какие-то обиды. Schlechte Kommunikation. Плохое общение, ну то есть недостаточная Aber коммуникация. Dinge, die ich einfach angenommen habe und getan habe. Вещи, которые я просто себе представил и сделал. Und in meinem Traum war eben der zweite Stein. Но в моем сне был также второй камень. In Form eines Brotes, gleich groß. В форме хлеба такого же размера. Jesus bietet uns Иисус предлагает нам seinen Leib an. Er bietet uns тело. Ein Brot an. Он предлагает нам хлеб. Und möchte uns einfach sagen damit, hey, ich habe alles für euch gegeben. Он хочет нам этим сказать, послушайте, я все ради вас отдал. Ihr sollt ein Leib sein. Вы должны быть одним телом. Ihr habt es nicht nötig, euch verführen zu lassen. Der Teufel verführt. Вы не должны позволить дьяволу вас обманывать. Ihr habt es nicht nötig, Worte weiterzugeben, die vielleicht nicht stimmen. Вы не должны говорить, передавать дальше слова, которые, возможно, вообще не соответствуют действительности. Ein bisschen Sauerteig versäuert den ganzen Teig. Малая закваска заквашивает все тесто. Ein bisschen Salz in der Suppe versalzt die ganze Suppe oder viel Salz in der Suppe versauert die ganze Соль Suppe. Соль в супе, она делает весь суп соленым. Ich bin ein bisschen erschrocken über dieses Bild. Я была немножко испугана этим, ну, этой картинкой, которую я увидела. Weil ich fand es sehr aktuell. Потому что, ну, для меня это очень актуально. Wir haben die letzten Tage viel gearbeitet. Мы последние дни, последнее время очень много работали. Und manche Arbeit war einfach, also zum Beispiel 4 Stunden Arbeit waren einfach in einem Moment kaputt. И часто было так, что, например, 4 часа работы, ты 4 часа отработал, и вся работа просто была разрушена. Aufgrund des Steins. Из-за одного камня. Ja. Vielleicht bringt uns das ein wenig zum Nachdenken. Возможно, эта картинка заставит нас немного задуматься. Es gibt dazu ein Spiel, was wahrscheinlich jeder kennt. Есть одна игра, которую, наверное, все знают. Und der Gerhard macht das mit uns. И Герхард покажет нам. Okay, ich brauche 6 Freiwillige. Нам нужны 6 добровольцев.
Sechs Freiwillige, die Englisch sprechen. Которые по-английски говорят. So, die Freiwilligen sind Mark, Mark. Добровольцы, это Яна, Марк, Яна. Яна. Мы сейчас выберем добровольцев сами. Von euch hinten, hinter der Theke, wer spricht noch Englisch? Lena, Lena, is good. Lena. Ja, Lena. And Nikolai. Na, Nikolai. Ja, Nikolai. Nikolai. Svetja, Svetja. No, no, no. Tanja said Nikolai. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf. One more. Оленка. Не, ich weiß, Gerhard, wer. Anatol spricht Englisch. Der war in Amerika. Der versteckt sich dort. Ne? Okay, übersetz mal. Übersetz mal, Nikolai. Nein, du sollst mich jetzt übersetzen. Ach so, na ja. Jetzt machst du genau das, was wir sagen. Der war's! Okay. 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 Ich sag dir jetzt einen Satz auf Englisch. Он будет говорить на английском предложение. Und du sagst es weiter. Und wir schauen mal, was da hinten rauskommt, okay? Soll ich auf Englisch sagen? Na, ich sag dir auf Englisch ohne Mikrofon. Ja. Ich sag dir auf Englisch. Ja. Du sagst ihm das. Ich gebe weiter auf Englisch auf. Ja, ja. Tell me what I said. Okay, okay, just. Green kid in gray can look like a dog. Okay. So, translate, übersetzt. Ein grünes Kind in grau schaut aus wie ein Kind. Hat sie verstanden. Зеленый ребенок в сером выглядит как собака. Und ich habe gesagt, die grüne Katze im grauen Mülleimer schaut aus wie ein Hund.
Он сказал, что зеленая кошка в сером мусорном бачке выглядит как собака. Und sie hat gesagt, das grüne Kind schaut aus wie ein Hund. Но она сказала, да, что ребенок выглядит как собака. Versteht ihr? Es ist ein Teil Wahrheit drin. Понимаете, там есть часть правды. Aber es ist eine komplett andere Übersetzung. Но это совсем другое значение имеет. Und das passiert, wenn man über Leute redet. Это происходит, когда мы о людях говорим. Okay? Der eine sagt, Nikolai hat heute 3 Steaks gegessen. Один говорит, Николай съел сегодня 3 стейка. Und beim 6. hat schon eine halbe Kuh gegessen. А шестой уже говорит о том, что Николай пол коровы съел. Okay, ich brauche noch den Paul, Diana. Мне еще нужен Павел, Яна. Und den Mark. И Марк. Okay. Okay. So, no, yeah, okay. Okay, nächste Übung. Следующее упражнение. So. Paul hat sich über Lena geärgert. Павел разозлился на Лену. Okay. Und Paul erzählt es jetzt Diana. И Павел сейчас рассказывает об этом Яне. Okay, so. Jana sagt, Jana trifft Mark. Mark, komm. Jana встречает Марка. Sagt, stell dir vor, was der Paul über die Lena gesagt hat. Представь себе, что Павел о Лене рассказал. Okay, so. Jana trifft Lena. Jana встречается с Леной. Und denkt, oh, das ist aber komisch. Und Lena sagt, was habe ich gemacht? Lena говорит, что я сделал, в чем я виновата? Okay, wie hätte es laufen müssen? Как это должно было? Also, правильно. Paul kommt. Павел. Und sagt zu Jana, ich habe mich über Lena geärgert. И он жалуется на Лену, Яне. Jana sagt, okay, come on, Paul. Okay, Павел. Wir gehen zu Lena. Мы идем к Лене. What happened? Что случилось? Lena said, oh, sorry, was a misunderstanding. Лена говорит, извини, пожалуйста, это было недоразумение. It's nothing. Вообще ничего. Ну, it's like a balloon. Okay? 90% aller Missverständnisse lassen sich klären. 90% всех недоразумений могут быть разрешены простым разговором. Und vielleicht hat Lena ihn wirklich geärgert. И, возможно, Лена на самом деле его чем-то разозлила. Und hat irgendwas Komisches gesagt. Может быть, она что-то неправильное даже сказала. Aber dann braucht sie doch die Chance, dass sie sich entschuldigen kann und dass sie es in Ordnung bringen kann. Даже в этом случае она, ей нужен шанс, чтобы извиниться. Jetzt stell dir mal vor, Mark ist in Facebook. А теперь представьте себе, Марк в Фейсбуке. Und schreibt, Lena ist doof. И пишет, Лена гонит. Dann kommt sie in eine Versammlung. И потом они приходят на собрание. Ganz fröhlich mit ihren Kindern. Лена приходит такая счастливая с детьми. Und mit Vova. С мужем, с Вовой. Und dann denken viele Schauspielerin. И тогда многие в церкви думают, актриса. Okay. Und ich denke, Lena is coming. Lena. Ja. Und dabei ist entweder gar nichts vorgefallen. Или вообще ничего не произошло. Oder es war ein Missverständnis. Или может быть это было недоразумение какое-то. Oder. Или. Sie hat wirklich was Falsches gemacht, aber sie braucht die Chance, es in Ordnung zu bringen. Или, может быть, на самом деле она что-то неправильно сделала, но ей, ну, ей нужен шанс, чтобы извиниться и сделать все, ну, нормально, okay. Правильно. In meiner letzten Gemeinde, wo ich Pastor war, в последней церкви, где я был пастором, da saßen da hinten immer zwei Babuschkas. Всегда в конце там две бабушки сидели. Okay. Und
ungefähr da, wo Olenka sitzt. Nein. Okay, und ich bin immer hingekommen, habe immer alle begrüßt, die Babuschkas begrüßt, habe immer. Я всегда приходил и этих бабушек приветствовал, подходил к ним. Und einen Sonntag. И в одно воскресенье. Ist die Technik kaputt gegangen. Что-то с техникой произошло. Und wir mussten reparieren. И нам надо было там что-то чинить. Bis 5 Minuten nach Gottesdienstbeginn. И это было все очень, ну, 5 минут до начала служения. Und dann konnte ich niemand begrüßen. И у меня просто не было времени, чтобы пойти кого-то вообще поприветствовать. Nächsten Sonntag. На следующее воскресенье. Ich gehe zu den Babuschkas. Я иду к этим бабушкам. Guten Morgen. Я говорю: доброе утро. Guten Morgen. So, what's happened? Я говорю: что произошло? You. You don't like me. You don't like us. You don't, du magst uns nicht. Мы тебе не нравимся, ты нас не любишь. Ich sag, warum? Я говорю: почему? Du hast uns letzte Woche nicht begrüßt. Ты нас на прошлое воскресенье не поприветствовал. Sorry, ich habe niemand begrüßt. Der Computer war kaputt. Wir mussten ihn reparieren. Извините, я никого не приветствовал. Компьютер был поломан. Und es schlägt solche Wellen. Они вот эти волны там уже. Da war ein Hauskreis in einer Gemeinde. В одной церкви была домашняя группа. Und der Hauskreis war vorbei. И, ну, собрание это домашнее прошло. Eine Familie ist gegangen. Одна семья уже ушла. Es war so ein heißer Tag wie heute. Был жаркий день, как сегодня. Und dann haben die Gastgeber gesagt: Oh Mann, wir haben ja noch Eis. Heute gibt's doch noch Eis. Und haben Eis ausgetragen. И потом, ну, хозяин дома вспомнил: О, ребят, у нас еще есть мороженое, мы специально купили. Давайте будем есть мороженое. Wisst ihr, was die Familie gedacht hat, die gegangen ist? Как вы думаете, что подумала та семья, которые ушли? Die haben nur gewartet, bis wir weg sind, damit wir kein Eis bekommen. А они подумали: А, они ждали, пока мы уйдем, чтобы без нас есть мороженое. Das war so böse. Это было настолько, ну, злобно, dass sich beide Familien komplett zerstritten haben. Что эти две семьи полностью разругались. Deren Kinder waren auch noch verheiratet. У них дети были замужем. Die sind am Schluss beide aus der Gemeinde raus. И в конце обе семьи из церкви ушли. Es gibt eine emotionale Ebene und eine Sachebene. Есть эмоциональный уровень и есть вещественный уровень. Wenn sie ganz sachlich hingegangen wären, sagen, habt ihr mit dem Eis extra gewartet, bis wir weg sind? Если бы они просто вот на этом, ну, вещественном уровне, да, подошли и сказали: слушайте, вы на самом деле ждали, пока мы уйдем, чтобы съесть мороженое? Und dann hätten sie sagen können: ja, weil ihr esst immer so viel. Тогда те другие могли сказать: конечно, мы ждали, пока вы уйдете, потому что вы слишком много мороженого едите. Das ist auch ehrlich. И это правда. Oder sie hätten sagen: nein, wir haben einfach vergessen und dann war die schon weg. Но у них был бы шанс сказать: слушайте, мы просто забыли про мороженое, и ну, когда мы вспомнили, вы уже ушли. In der Bibel steht in в Библии написано. Sprüche 15,4. Eine segnende Zunge ist ein Baum des Lebens. Kannst du übersetzen? Eine Zunge, die segnet, die Gute spricht, ist ein Baum des Lebens. Ist wie ein. Там написано о том, что язык, который благословляет, это дерево жизни. Aber eine hinterhältige Zunge entmutigt andere. Но язык, который говорит за спиной, он демотивирует. Демотивирует. Ja, im Hebräischen steht sogar, на иврите, eine Zunge, die lügt, zerstört den Geist. Язык, который лжет, он разрушает дух. Zerstört die Kraft des Heiligen Geistes. Он разрушает эту силу Святого Духа. Da steht Ruach. Ruach. Das ist der Heilige Geist. Святой Дух. Eine Zunge, die lügt, zerstört den Heiligen Geist. Язык, который лжет, он разрушает эту силу. Und eine Zunge, die Lügen weitergibt, и язык, который передает ложь дальше, zerstört den Heiligen Geist in der Gemeinde. Разрушает действия Святого Духа в церкви. Und dann kannst du sagen: nee, ich bin doch nicht böse, ich sag doch nur, was die gesagt haben.
И можно сказать, ну, я это не со зла, я просто передаю то, что они сказали. Nein, ich kann doch nichts dafür, weil der Paul hat doch zu mir was gesagt und ich gebe es doch nur weiter. Я вообще не виноват, это Павел мне сказал, я просто это дальше передал. Lass das Gerede bei dir stoppen. Просто прими решение, вот эти разговоры, когда тебе что-то говорят, чтобы они заканчивались. Und geh zur Quelle. Иди к источнику. Frag denjenigen, wo es herkommen soll. Иди к источнику и спрашивай того, кого нужно спросить об этом. Und dann wird es gut. И тогда все будет хорошо. Galater 5, Vers 9. В Галатам 5:9. Ein wenig Sauerteig macht das ganze Brot sauer. Малая закваска квасит все тесто. Es ist wie Krebs. Это как рак. Metastase. Метастазы. Okay. Und so, wenn was falsch ist, muss es in Ordnung gebracht werden. Если что-то не так, нужно это снова сделать хорошо, нужно разрешить. Und sei mit der Vergebung immer einen Schritt schneller. Будь всегда с прощением на один шаг быстрее. Okay. Das ist einfach. Это просто на самом деле. Denk an die Brücke von vorhin. Думая об этом мосте, о котором мы вначале говорили. Egal wie die Brücke des anderen steht. Неважно, как стоит мост второго. Fahr deine Runde. Опускай свою. Streck deine Hand aus. Протягивай свою руку. Weil. Почему? Es kann sein, dass der andere nicht reagiert. Возможно, другой не отреагирует. Aber wenn du nicht reagierst, verhärtest du dein Herz. Но если ты не реагируешь, ты ожесточаешь свое сердце. Lass es nicht an dir liegen, dass kein Frieden ist. Lass es nicht von an dir liegen, dass kein Frieden ist. Lass es nicht deine Schuld sein, dass kein Frieden ist. Не делай так, чтобы ты был виноват, чтобы примирение не пришло. Und dann kommt oft mal dieses komische Verhalten. Ja, der hat aber mehr Schuld als ich. И тогда еще есть вот это неправильное отношение. Ну, он больше виноват, чем я. Schuld ist Schuld. Вина – это вина. Okay? Der hat aber was wirklich Schlimmes gemacht. Но он, вот он на самом деле очень что-то плохое сделал. Ja, der ist dir ins Auto gefahren und weggefahren. И да, на самом деле он так сделал. Aber du hast gesagt, er ist ein Schweinehund und hast es jedem erzählt, ohne mit ihm zu sprechen. Но ты сейчас говоришь о том, что он свинья и рассказываешь всем, но не поговорил с ним. Okay? Egal, und wenn du nur 5% Schuld hast. И даже если ты всего лишь 5% виноват. Bring deine 5% in Ordnung. Приведи эти 5% в порядок. Und in deinen Augen stehst du sowieso immer besser da als der andere. Потому что в твоих глазах ты в любом случае выглядишь лучше, чем другой. Okay. Ist gut für Ehe, ne? Это очень хорошо для семьи, для брака. Ja. So geh auf den anderen zu. Просто пойди к другому человеку. Sagst, hey, das war von meiner Seite, das war nicht gut. И скажи, с моей стороны, вот это и вот это было неправильно. Und dann kommt oft so eine Reaktion, aber von dir war es auch nicht gut. Но часто бывает так, но ты тоже вот это неправильно сделал. Das kannst du dir sparen. Это можешь ты. Wenn du nur um Vergebung bittest, um den anderen zu kitzeln, dass seine größere Schuld bekennt, dann ist es keine echte Vergebung. Потому что если ты идешь просить прощения только ради того, чтобы тот, у кого ты просишь прощения, свою вину осознал, тогда ты, ну, не с правильным сердцем идешь. Vergebung gibt frei. Прощение дает свободу. Vergebung gibt frei. Оно просто освобождает. Okay. Und so heißt es ja. Da spricht die Ina jetzt gleich nochmal drüber. Genau. Und wenn jeder immer auf die Fehler des anderen schaut, kommt ihr nie zu einer Lösung. И когда каждый смотрит только на ошибки другого, никогда не придет разрешение конфликта. Okay, so. Eigentlich ist es ganz einfach. На самом деле это очень все просто. Und denk an den Anfang. Думаешь о начале? Durch solche Dinge werden die Einheit zerstört. Через эти вещи единство разрушается. Und die geistliche Kraft zerstört. И духовная сила будет разрушена. Wenn wir es in unserer Kultur zulassen, übereinander zu reden, wird die Gemeinde lahm und schwach. Если мы в нашей культуре позволяем о других говорить плохо, тогда будет церковь
слабой. Aber wenn einer schlecht redet und du sagst, komm, wir gehen gleich hin, das macht er einmal, das macht er nie mehr. Но если кто-то говорит тебе плохо, а ты берешь его и говоришь, мы сейчас идем к тому, о ком ты говоришь, и решим это все, он больше никогда это не сделает. Wenn es Kultur ist, offen zu reden, dann wird es die ganze Gemeinde verändern. Если у нас будет эта культура открыто говорить, тогда будет церковь другой. Also wir nehmen uns das selber mit rein, gell? Мы это к себе также применяем. Wir sprechen nicht zu euch, ohne dass wir selber betroffen sind oder uns oder nachdenken. Ja. Мы не говорим вам, мы говорим это также себе. Niemand hat etwas gegen dich, es sei denn, er sagt es dir. Никто не имеет ничего против тебя до тех пор, пока он тебе это не сказал. Ich denke, das ist ein guter Satz für die Gemeinde. Это очень хороший, пример, хорошее предложение для церкви. Um aufeinander zuzugehen. Чтобы идти просто друг к другу и разговаривать. Jetzt komme ich noch mal zu dem Brot. И я хочу вернуться к хлебу. In 1. Korinther 11, 28 bis 29 steht, написано, der Mensch prüfe aber sich selbst, und so soll er von dem Brot essen und aus dem Kelch trinken. Вы должны испытывать себя, и тогда вы можете есть от хлеба и пить из чаши. Denn wer unwürdig ist und trinkt, потому что тот, кто недостойно ест и пьет, der isst und trinkt sich selbst ein zum Gericht. Он пьет и ест себе в осуждение. Weil er den Leib des Herrn nicht unterscheidet. Потому что он тело Христа, да, не рассуждает о теле Христовом, там написано. Genau, deshalb lasst uns unsere Herzen prüfen. Поэтому давайте будем проверять наше сердце. Uns gegenseitig in die Augen schauen. И смотреть просто друг другу в глаза. Und uns prüfen, ob was zwischen uns steht. И проверять, чтобы ничего между нами не стояло. So dass der Leib wieder ein Leib wird. Чтобы тело было снова телом. Wir Liebe untereinander haben. И любовь друг к другу была между нами. Und lasst uns auch gegenseitig helfen, die vielleicht jetzt nicht kommen. Давайте будем помогать друг другу, чтобы те, кто, может быть, сейчас не приходят. Vielleicht da eine Brücke zu bauen. Чтобы этот мост построить там, к этим людям. Und wieder Liebe rüberfließen zu lassen. И позволить любви снова течь. In der Hoffnung, dass wir wieder eins werden. В надежде на то, что мы снова будем одно. In Matthäus 5, 23 bis 24. Matthäus 5, 23 bis 24 steht. Ich fange halt an. Wenn ihr also vor dem Altar im Tempel steht, um zu opfern, und es fällt euch mit einem Mal ein, dass jemand etwas gegen euch hat, dann lasst euer Opfer vor dem Altar liegen, geht zu dem Betreffenden und versöhnt euch mit ihm. Erst dann kommt zurück und bringt Gott euer Opfer dar. Так, если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Eine klare Anweisung. Очень, очень ясное наставление от Господа. Also lasst uns jetzt, bevor wir in den Lobpreis starten. Давайте, прежде чем мы начнем славить Бога. Einfach kurz innehalten, einfach mal nachdenken, was
was Gott zu dir spricht? Просто давайте подумаем и послушаем внутри, что Бог тебе говорит сейчас. Genau, und vielleicht beschließen, zu dem hinzugehen und Sachen wieder in Ordnung zu bringen. Если что-то есть между тобой и кем-то, то, возможно, ты решишь сейчас это разрешить. Vielleicht würde das jetzt auch Ausmaße annehmen. Also würde es auch längere Zeit dauern, возможно, um Sachen zu klären. Понадобится какое-то время, чтобы это все разрешить. Aber ich denke, wir können uns das auch aufschreiben und beschließen, okay, in der nächsten Woche werden wir die Sachen klären. Но мы можем, я думаю, что мы можем, например, записать себе и сказать, ну, окей, я это и это на следующей неделе или следующие там несколько недель все разрешу. Wir werden auch heute kein Abendmahl feiern. И сегодня у нас не будет хлебопреломления. Aber das nächste Mal. Но в следующий раз. So lasst uns eine Woche einfach Dinge klären und immer wieder aufarbeiten. Ich bitte euch einfach, dass ihr das im Gebet einfach bewegt und unterstützt, einfach die Gemeinde unterstützt, dass wir wachsen und zum heiligen Tempel werden. Давайте мы возьмем эту неделю и в молитве будем идти с этими вещами и разберемся, позволим церкви расти. Amen. Amen. Okay, habt ihr vielleicht eine Musik noch, dass wir einfach eine Minute, zwei Minuten nachdenken können, bevor wir dann in den Lobpreis starten, und schreibt euch doch die Namen auf, mit denen ihr was klären wollt, einfach. И сейчас будет музыка, возможно, когда вы можете в это время подумать и, возможно, записать имена тех, с кем вам нужно что-то разрешить. Und ich möchte noch beten.
Я думаю, что это было классное время. Действительно, с нами Бог говорил. Спасибо тебе, Иисус, за это откровение. Ich glaube, das war richtig gute Zeit jetzt und danke Gott für deine Offenbarung und danke für das, was du zu uns gesagt hast. Ich weiß nicht, wie ist das bei euch, aber ich habe für mich einen Namen aufgeschrieben. Я считаю, что очень здорово, что после наших служений мы уходим измененными. Und ich glaube, das ist sehr wertvoll, dass nach unseren Gottesdiensten ändern wir uns immer. И давайте прославим нашего Бога, нашего Иисуса за то, что Он действительно действует в нашей жизни. Lass uns unseren Herrn preisen für das, was er wirklich in unserem Leben tut. Он влияет на наши характеры, на наше поведение и говорит с нами. Er ändert unseren Charakter und spricht mit uns. Слава тебе, Иисус. Ehre zu dir, Jesus. Ehre zu dir, Herr. Спасибо тебе за это служение. Danke für diese Gottesdienst. Людей, которых ты здесь собрал, Господь. Für diese Menschen, die da sind. Дай нам всем быть прозрачными и едиными, Господь. Gib uns Möglichkeit, dass wir Einheit haben. Спасибо за твой дух. Danke für deinen Geist. И твое слово, Господь. Und für dein Wort. Я прошу тебя, дай нам такое принятие, как у тебя. Und ich bitte dich, dass du uns zeigst. Gib uns deine Liebe. Боже, я знаю, что мы не можем быть такими, как ты, на 100%. Ich weiß, dass wir nicht so wie du sein können, 100%ig. Aber wir versuchen es wirklich. Слава тебе. Ehre zu dir. Давайте встанем, давайте, если кому-то удобно, вы можете сидеть и прославлять его. Lass если вы хотите aufstehen. Прямо сейчас поговорить с человеком, вы можете разговаривать. Lass uns если unsere нет, Herr вы можете preisen. Действительно сделать себе заметку Wenn на ближайшую неделю. Fühlt, dass ihr diese Notiz machen sollt für nächste Woche, was ihr tun sollt, dann macht das. Давайте прославлять нашего Бога в духе и в истине. Lass uns unsere Herrn preisen. Нет, как ты.
его силе наш Бог, наш Бог. И еще раз. Наш Бог великий, Он всемогущий. Бог, Ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в Его силе. Наш Бог, наш Бог. Наш Бог, Он такой. Все в Его силе. И если Бог с нами, кто против нас восстанет? И если Бог с нами, кто может против быть? И если Бог с нами, кто против нас восстанет? И если Бог с нами, кто может против быть? Кто может? Давайте чуть поменяем характер ее. Давай. Чуть быстрее. Давайте, ну... Воду в вино превратил. Слепые глаза ты открыл. Давай, давай. Не хватило, не хватило. Давай, поехали. Давай с бриджа. С бриджа и начнем. И если Бог с нами... И если Бог с нами, кто может против быть? И если Бог с нами, кто против нас восстанет? И если Бог с нами, кто может против быть? И если Бог с нами, кто против нас восстанет? И если Бог с нами, кто может против быть? И если Бог с нами, кто против нас восстанет? И если Бог с нами, кто может против быть? И если Бог с нами, кто против нас восстанет? И если Бог с нами, кто может против быть? И давайте сначала еще. Воду, вино. Давайте еще быстрее. Стоп, не пойдет. Давайте еще, а то мы опять медленно. Давайте. Воду, вино превратил. Давай, давай. Поехали. Раз, два, три, четыре. Слепые глаза ты открыл, ведь нет таких, Бог, нет как ты. Ты нас из праха поднял, свет твой во тьме воссиял. Ведь нет таких, Бог, нет таких, Бог, кто как ты. О, аллилуйя! Наш Бог великий, наш Бог могущий. Бог, ты превыше всего, что дышишь. Наш Бог целитель, все в Его силе, наш Бог. Наш Бог, наш Бог
великий, Он всемогущий, Бог, Ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в Его силе, наш Бог. Наш Бог. Все? Наш Бог великий, Он всемогущий, Бог, Ты превыше всего, что дышит. Наш Бог целитель, все в Его силе, наш Бог. Наш Бог. Добрись. И если Бог с нами, кто против нас восстанет? И если Бог с нами, кто может против быть? И если Бог с нами, кто против нас восстанет? И если Бог с нами, кто может против быть? Аллилуйя! О, слава! Кто может против быть? О, шамери даваси давали мороси рамаре силея. Аллилуйя! Шеба рабадоро сила варе шита раматасея. Эй, лабарабакоси раматаларе сира матури ласин тамери котидей. Аллилуйя! Шеба да сита валале силая. Эй, рамотури ласин тори макасин леси маралеси таралея. Аллилуйя! Слава, 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 слава! Превозносим Тебя, благословляем Тебя, поклоняемся Тебе, хвалимся Тобою, Бог наш. Аллилуйя! Бог, на Которого мы уповаем, источник радости, счастья, мира, благословения. Превозносим Тебя, Иисус! Ты достоин хвалы, Ты достоин славы, нет подобного Тебе. Аллилуйя! О, ни на небе, ни на земле нет подобных Тебе. Вся власть принадлежит Тебе, вся сила принадлежит Тебе, Иисус. И мы Твои дети, и наслаждаемся этим, что мы можем быть и называться детьми Божьими, наслаждаясь Твоим присутствием в радости и любви, исполняясь Духом и наполняясь Твоей славой. Спасибо Тебе, Господь, за это время. Аллилуйя! Ты достоин хвалы. Слава Тебе и хвала. И если Бог с нами, кто против нас восстанет? И если Бог с нами, кто может еще быстрее? И если Бог с нами, кто против нас восстанет? И если Бог с нами, кто может против быть? И если Бог с нами, кто против нас восстанет? И если Бог с нами, кто может против быть? И если Бог с нами, кто против нас восстанет? И если Бог с нами, кто может против быть? Кто может против быть? Кто может против быть? Аллилуйя! О, слава, 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 слава! Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Богу! А ведь и правда, сколько было таких ситуаций, ну, не знаю, у вас, наверное, тоже, у меня, особенно в свете последних событий, когда ты думаешь, ну, все, больше я не знаю куда, и я, наверное, не выплыву, и что-то такое Ja, ich glaube, ihr kennt alle diese Situationen, wo ihr nicht mehr weißt, du weißt einfach nicht mehr, wohin soll ich gehen, was passiert in mein Leben? С начала войны, начиная и там эвакуация у кого как, и приезд в Германию. Und als Krieg angefangen hat, dann diese, dass wir nach Deutschland gekommen sind. И когда ты понимаешь, что ты ничего не понимаешь и не знаешь в этой стране. Und wenn du weißt, dass du nichts weißt. Начиная от языка и заканчивая законами, традициями. Und dass du in diese Land nichts weißt. Anfang von Sprache bis zu Kultur. Каждый раз, когда что-то случается, и вот приходишь к Иисусу и говоришь, ну все, я все. Und wenn irgendwas passiert, dann kommst du zu Jesus und sagst, ich kann nicht mehr. Приходит время, ну, разрешиться этой ситуации, Иисус говорит, ты отойди.
Все будет нормально. Und dann sagt Jesus einfach, geh zur Seite, alles wird gut sein. И в этот момент действительно понимаешь, что если Бог с тобой, Und in diesem Moment verstehst du wirklich, wenn Gott mit dir ist, вообще не важно, кто против. Ist egal, was passiert. Вы знаете, даже сегодня я хочу с вами поделиться, ну, так как мы одна большая семья. Und wir sind eine große Familie, deswegen möchte ich mit euch etwas teilen. Мы сегодня готовились к прославлению, но у нас не было репетиции. Heute haben wir uns für Lobpreis vorbereitet und wir hätten keine Probe. Не было на репетиции даже перед служением Паши. Und bis zum letzten Moment war Паша nicht dabei. Марк не должен был с нами играть. Марк sollte nicht mit uns spielen. В общем, у нас есть незнакомые песни, так как мы все как бы из разных групп прославления. Und wir sind alle von verschiedenen Lobpreisgruppen. И мы пытаемся найти какое-то решение. Und wir versuchen das irgendwie zusammen schaffen. И буквально сегодня вот в 5 часов я взмолилась, и Иисус сказал: «Иисус, это прославление, твое прославление». Und heute habe ich um 5 Uhr gebetet, Herr, das ist dein Lobpreis. Сделай, чтобы оно состоялось хорошо, чтобы люди могли славить тебя и входить в твое присутствие. Mach alles so, damit das alles funktioniert und dass Leute dich preisen können. И пришла помощь. Und dann ist Hilfe gekommen. Мы подготовились только под клавиши, но в последний момент пришел Марк и сказал: «Это просто». Wir haben uns nur für Klavier vorbereitet, aber dann in letzter Minute ist Marc gekommen und hat uns geholfen. Я считаю, что это настоящее Божье чудо, просто ответ на такую молитву. Und ich glaube, das ist Gottes Wunder, das ist Gottes Antwort auf unsere Gebete. Сейчас я хочу у вас спросить. Und jetzt möchte ich euch fragen. Мы еще готовили одну песню, это молитва за Украину. Wir haben so ein Lied vorbereitet, das ist ein Gebet für Ukraine. Я считаю, что у нас, как у церкви, есть большая сила. Und ich glaube, wir als Gemeinde haben große Kraft. И даже если мы сейчас в безопасности, мы не должны забывать за тех людей, которые находятся сейчас в ужасных условиях. Und wenn wir sogar jetzt in Sicherheit sind, trotzdem müssen wir nicht Leute vergessen, die jetzt in schlechte Umstände haben. Хотите ли вы сейчас ее исполнить, или мы закончим вечер на молитве? На молитве? Wollt ihr das noch singen oder sollen wir das unsere Abend schließen? Тогда давайте молиться и петь. Lass uns noch beten und Gott preisen und zusammen singen. Отлично. Чтоб люди все
я молю за Україну, Боже, молю Тебе за людей, Ти їх прости, Ти їх спаси, і милість свою нам яви. Боже, я знаю, що Ти будеш з нами в храмі своєму під небесами. Радість і мир Ти дарував, життя за людей віддав в книгу життя. Книгу життя нас записав. Моя молитва нехай лине до Тебе, наче фімія. Серце лине безупинно, чудовий твій небесний храм. Боже, ми молимося Тебе за Україну. Ми провозглашаємо Твоє царствие, Твою силу на той землі, Господь, на нашій землі. Боже, я прошу Тебя о милости к людям, о спасении, Господь. Ты единственная надежда. Господь, я прошу, приноси утешение разбитым сердцам. Только с Тобой можно справиться со всем этим горем, Господь. Я прошу, вместо ожесточения давай прощение, Господь. Давай милость. Боже, убирай всякую ненависть к врагам, Господь. Это возможно только сверхъестественно, Боже. Я прошу Тебя о мире. О мире в сердцах и мире на территории, Господь. И пускай люди также продолжают Тебе молиться в мирное время, как в военное, Господь. Яви свою славу и свое чудо, Господь. Пускай все знают, что это Бог. Боже, спасибо Тебе за то, что Ты уже делаешь. Такая маленькая страна, Господь, противостоит. И это Ты, Господь. Ты воюешь. По-другому это невозможно, Господь. Слава Тебе. Слава, слава. 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 Слава Ісусу. Еще что-то споем? Давай. Яна, возьмешь еще один микрофон, помоешь? А, ну, они подхватят просто. Давайте. Все просто. Все? Марк. А ты помнишь, Вика? Иисус Царь всей земли, Он достоин хвалы. Иисус Царь всей земли. Да? Подхвалю. Да? Яна, возьми. Вот микрофон здесь. Возьми. Давай, мы с тобой подхватим. А этот. Йо-хо! Давайте, 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 давайте. Давай вместе. Давай. Ага. Поехали. Через тональность я услышу. А мы разгоним ее. Давай, мы начнем, а он поймут мелодию. Да? Дай. Людей свою жизнь он отдал на кресте, на кресте. Он свободу нам дал, узы смерти порвал. Воссиял его свет во тьме. Иисус Царь всей земли,
Он достоин хвалы, умер Он за тебя и воскрес. Славьте имя Его, Он превыше всего. Пойте Господу новую песнь. Еще. Иисус Царь всей земли, Он достоин хвалы. Умер Он за меня и воскрес. Славьте имя Его, Он превыше всего. Пойте Господу новую песнь. Еще. Иисус Царь всей земли, Он достоин хвалы. Умер Он за тебя и воскрес. Славьте имя Его, Он превыше всего. Пойте Господу новую песнь. Ну, где-то так. Аллилуйя! Спасибо тебе, Иисус, что ты умер и воскрес в наше оправдание. И мы можем наслаждаться твоим присутствием и твоей славой. Аллилуйя! Благодаря тебя и воспевая тебя. Ты достоин хвалы. Аллилуйя! О, нет подобного тебе. Благословляем тебя. Ты достоин. Слава тебе, Иисус. Аллилуйя! Иисус Царь всей земли, Он достоин хвалы. Умер Он за тебя и воскрес. Славьте имя Его, Он превыше всего. Пойте Господу новую песнь. А теперь бы в два раза быстрее. Иисус Царь всей земли, Он достоин хвалы. Умер Он за тебя и воскрес. Славьте имя Его, Он превыше всего. Пойте Господу новую песнь. Еще раз, аллилуйя. Иисус Царь всей земли, Он достоин хвалы. Умер Он за тебя и воскрес. Славьте имя Его, Он превыше всего. Пойте Господу новую песнь. Аллилуйя! Слава Богу! Благодать Господа Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа со всеми нами. Аминь! Аминь.